Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В этом году в регионе организована работа 50 мест для купаний. 30 стационарных оборудованных купелей и 20 на естественных водоемах. На них осуществлялось дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Курской области, полиции, администрации районов. На озере Ермошкино города Курска также оборудовали купель. Для удобства курян рядом с прорубью находился передвижной пункт для переодевания и обогрева людей. Установлено освещение. На водоеме всю ночь несли службу спасатели, которые следили за безопасностью граждан, а также за выявлением несанкционированных мест для купания. Наиболее массовые крещенские купания у нас это в Коренной пустыне традиционно, а также на трех крещенских купаниях в городе Курске. Это на озере Ермошкино, на парке Боева дача и на возле Кировского моста на пляже Городской. На каждом из 50 мест по области создана группировка сил и средств. Конкретно здесь, на озере Ермошкино, дежурят и спасатели, водолазы, аварийно-спасательной службы Курской области, представители ОМВД России по городу Курску, также Росгвардия. В этом году места для омовения в Курской области посетили порядка 16 тысяч человек. Искупались более 4 тысяч курян. Происшествий не допущено. Для обеспечения безопасности на купелях были задействованы более 400 человек и 175 единиц техники. На базе Главного управления МЧС России по Курской области организована круглосуточная работа оперативного штаба по контролю за обстановкой. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.